Выпьем за новый день. За новое начало. И за то, что наши враги будут уничтожены. Салют! Салют! Алло. Для тебя есть работа. О чем это ты? Мой сын похищен. Что происходит, пап? В свое время я служил в разведке. Я должен убрать их врагов так же, как убрал своих. Ты все сделаешь. Ведь от этого зависит жизнь твоего сына. По сути, ты хочешь сказать, что я должен всех убить? Иначе ты больше не увидишь своего сына живым. Я сделаю все, о чем просит этот мерзавец. А как закончу, я приеду за тобой. Сейчас ты зайдешь внутрь и сыграешь в Call of Duty с ублюдками. Просто отлично, мой друг. Если Ниро выживет, он потом всех нас убьет. У нас его сын. Совершенно верно. Это меня и напрягает. Знаю, ты напуган. Мой отец прикончит тебя. То есть тебя вынудили это сделать? У них мой сын. Заложник. Что нужно знать о ведьмах? Они существуют. Ведьмы — это вовсе не женщины. Это демоны в человеческом обличии. В каждом большом городе, в каждой мелкой деревушке они живут среди нас. И вот что самое главное, ведьмы ненавидят детей. Дамы, у меня есть план. Одна капля превратит ребенка в мышь. И мы вытравим этих малышей. Мышей? Мы вытравим этих мышей. А почему мы хомяки? Мы мыши! Какая разница? Бабуля, я здесь! Это ты, родной? О, боже! Давайте! Нужно остановить их. Вам не сойдет с рук ваш подлый, коварный план. И кто же мне помешает? Поймал! Неважно, кто ты или как ты выглядишь, пока кто-то любит тебя. Вы ведь случайно не носите с собой мышь в сумочке, не так ли? Мышь, говорите? Угу. С какой стати мне носить с собой мышь? Аппарат запущен на полную мощность. Следи за уровнями. Главное, не забудь спустить курок. После подключения тебя наведут на цель. Утрата контроля приравнивается к провалу. В этот раз ошибки недопустимы. Готово? Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Давай! Десять. Хорошо. Превосходно. Обладатель.
Фильм Брэндона Кроненберга. Скоро на экранах. Сколько бед нас ждет искушения? Ждут ли нас испытания? Сколько веры есть? Ваша мама, она говорила странности. Она садилась рядом с ним и шептала. Но она говорила не с ним. Мы нашли это в ее кармане. Она не верила в Бога. Какая разница, веришь ты или нет? Я нашел мамин дневник. Что, если она что-то видела? В доме. Я говорила, не приезжай. От автора сценария и режиссера фильмов «Незнакомцы» и «Монстры существуют». В этом мире есть вещи, ужасные вещи, злые. И они придут за кем захотят. Я что-то видел. Она не спит. Чуйте его, он уже близко. Он не где-то там. Он уже здесь. «Пустошь тьмы и зла». Фильм Брайана Бертино. Прости, детка. Скучаешь там одна без меня, да? Тогда погибли многие. Все были убиты. В этом доме был пожар. Ваш брат поехал туда снимать видео для сайта. Я его отговаривал. Нельзя снимать там, где кто-то погиб. Его уже не спасти. Вашего брата коснулось проклятие. Не входить. Вот остатки обоев. Открываю. Ого. А? В общем, думаю, вы теперь увидели все своими глазами. Здесь был. Точно вторая группа. Но следы обрываются. Что, взяли и пропали? А откуда вдруг столько песка? Сейчас догоним! Это что за фигня? У нас сзади! Как мы тут оказались? Стой! Мы с тобой не враги. Мы справимся. Руку давай! Но нужно оружие. Совести у тебя нет.
Что случилось с твоей семьей? Атлас. Если мы можем попасть в их мир, то и они в наш могут. Боже. Я вернусь к ним. Ты со мной? Все происходит очень быстро, но семья — это так здорово. Мальчики ждут не дождутся познакомиться с тобой. Как тебе в новой школе? Заведешь друзей? Я знаю, от чего поет птица в клетке. Это произведение. Вот ведь жесть! Смотрите! Остановитесь! Прекратите! Эй! Да со всеми бывает. Этот козел нас всех троллил. А давай с нами после школы, м? А что это? А это ритуал в твою честь. И чем я это заслужила? А тем, что ты наша четвертая. Ну что, тампон не забыла? Сумасшествие какое-то. Чтобы раскрыть свои таланты, в них надо верить. Ковины во все времена были важны. А если наши силы гораздо больше? Наведем порчу на Тиме? Только без насилия, да? Она права. Первое правило колдовства. Если ведьма представляет угрозу для себя и других... Ее необходимо сдерживать. Я начинаю волноваться. Да и я просто с девчонками тусовалась. Что-то мы перегнули. Для тебя это что, игрушки? Детка. Нет. Мне не по себе. Смотрите в оба, тут полно фриков. Фрики здесь мы, мистер. Колдовство. Новый ритуал.